что произошло? Вот сказали, что следователь поставили все расходы. Ну, вторая машина у них навстречу не вышла. А, вам навстречу не вышла. Да. Получается лобовое столкновение? Ну, не так, в угол. Угу. А у вас есть пострадавшие? Нет. Вы один были, да? Нет, мы вдвоем. А в той машине? Там перебой. Оба тоже. Оба погибли? Но они не пристегнуты были к этому. Не пристегнуты? Ну, потом они вылетели. А, вылетели с машины. Это в момент столкновения получается. Да. С Эстонии, да? Да. Как звали это агронома? Герасимов. Герасимов. А водителя? Богатов Михаил Николаевич. Богатов Михаил Николаевич. 50-го года рождения. С какой скоростью ехали? Знаете, около 100. Настолько воспитали, я даже иногда на него прикрикиваю, что ты говорю, медленно едет. Все равно хорошая скорость для столкновения, если суммарно. А успели оттормозиться? Ну что-то да, было, конечно, в этот момент. Просто следов нету никаких. Ну, отторможения нет. Нет следов? От юза есть. Знаете, это все доли секунды. Ну это да. Конечно, все происходит. Доли секунды столкновения, и я вот сознание потерял, потом я очнулся, разговаривал с ним. Я видел просто вот эту машину, которую начал крутить по дороге. Влево, вправо и кидает. И вот бах, все. Как-то, я так понимаю, успел в сторону, помню, что свернулся. Вы же были пристегнуты? Да, пристегнуты. А ваши подушки не сработали? Сработали. Тоже сработали? Да. Я еще только водительскую уже. Есть. Во второй машине, получается, не пристегнуты? Не пристегнуты, ни один. Оба не пристегнуты. Нас, я говорю, там так воспитали и в Латвии, и в Эстонии, что ездить надо, и за это, нас за скорость в тюрьму даже сажают. Поэтому, так и может нас быть, и спасло. И здесь воспитать можно. Уверен, что можно. У водителя шанс был, потому что у него вообще, ну, его сторона не шанс полный был у водителя. Конечно, как вот пассажиры, как я посмотрел, там, конечно, шансов не было. Ну, у нас же теперь можно ехать под 110. Насчет превышения не знаю. Знаете, был я бы 140, был этому, бы другой результат, наверное. Я водителю сказал, говорю, что там сообщество, еще где-то там есть же эти всякие, если есть у кого-то запись видеорегистратора, анонимно выложит, как из предварительных таких вот данных, да, она пошла на обгон, потом передумала, стали они возвращаться обратно на свою полосу и машину закидала. Вот эта машина стала поперек движения Audi, Audi свою эту траекторию не меняла. Вот ударилось прямо как вот есть, и слетело вот туда. Там если западные смотреть, у них же, они же эти крэш-тесты проводят. Смотрят, как от бокового удара, чтобы двери там лишнюю пластинку поставить металлическую, чтобы она согнулась под определенным углом. Получается сразу на месте, да? Да. До нашего приезда, до приезда скорой. Первого приехала скорая. Констатировала смерть. Да. Погибшие родители, это жители Кингисеппского района, знаете? Нет, водитель прописан в Большом Кикерине, в Волосовске. Ага. Женщину не знаю. А свадьба еще какое? Получается, ехали... Он оттуда ехал в сторону, на работу. Санкт-Петербург. Нет, Санкт-Петербург. А вот тут, вот здесь мы находимся, в Щепковице ехал. Там двое же сотрудников у вас было? Один водитель, другой это самое, главное.